Чебаркуль, наверное, балуется опять. Да, вот она пролетела вот. Я про на излете увидал. А там, где вообще было вообще страшно. Такой свет, такая скорость. Наконец он увиделся, туда упал. Так это звук только что ли дошел после. Только, ну, видать, сорвалось. После куда пролета? Упал? Он где-то в сторону в РГШ сюда упал. Он туда куда-то упал. Упал? Ага. Где? Вон же он. А что это было? Метеорит. Самолет? Видишь, вон. Что? Капец. А что он? Я, ну слушай, вон точку. Да топливо сгорело. Видишь, я походу уебался. Вот. Офигеть. Я, если честно, даже не поняла, что это такое. А это точно самолет? А, конечно, а что это? Не-не-не, это только звук нашел. Боже мой! А что это такое? Он же упал вроде бы. Да-да-да, только штука шутка. Офигеть! Боже мой! Девочка, куда упал? Туда, вон. Господи. А взорвался он где? Здесь? Вон. Видите, ой, розовая дымка. Вон она.
Я сначала подумала... Садик-то в порядке здесь? Ну, там стекла бы вышибало, это точно. Офигеть. Ага, мама. Бомбардировка, нахуй! Тарподготовка, блядь! Да не сын, не сын, пока еще ничего что нету. Это? Тарподготовка это. Ебать! Что такое? Хуя я заснял материал! Да! Смотри, как закручивается. А никуда не уебало хоть дальше-то. По касательной с атмосферой прошел, блядь. Тут так он двойной, почему-то в две стороны закручивается, блядь. Продолжение будет, нет? Да, вот в сторону Троицка. Какие где-то остался такой, как знаешь, небо как почертило. Ни хера себе он, день будет. Потом я забыл, не увидел. Куда-то уебал. Это может только звук дошел, Коля. И куда прятаться? Это звук дошел, блин. А, звук дошел от него. Слышишь? Нормально, проскочило в этот раз. Мимо. Голова на видео. Не, офигеть, да? Где ты? И сгорел там, да? Это волна прошла, нихуя! Это волна подошла, это там было, волна пришла. Нихуя, блять, над Челябинском прям. Охереть! Ебанет еще нахуй, блядь. Где что взорвалось? Да это отсюда все идет. Волной. Куда же волна? Что такое? Метеорит взорвал. Иди сюда, на улицу. Быстрее. Нихуя какой рассказ. Вообще же пиздец. Главное, на Челябинском проскочило. А может это... Да ты прикинь, самолет... какая сила взрыва там. Ебануться может. Это пиздец. Бля, он не двигается. Блядь, я видел это, я не делал, я сначала себя увидел, потом посмотрел. На улицу, Хайл, на улицу. Мне кажется, ты приземлилась, Никит, просто.
Черт знает, что это было такое. Не знаю. А? Не знаю. Да главное, что-то не конца, не начало. Он похоже, вот это похоже метеорит, вон там он взорвался, короче. Я тебе говорю, я на сладе, я, блядь, зажмурилась. Ну, у меня вообще так жутко. Ебать, кол. Видимо. Что случилось? Снимаешь? Снимаю. Собаки, собаки вещат. А утки, да. А это утки, что ли? Да. Они давно уже улететь должны. Да, кстати. Охренеть! Это просто офигеть! Я такое первый раз вообще в жизни вижу. Что это такое вообще? Это взрывная волна была. Так она вот идет еще дальше. Она, короче, вот это похоже был метеорит. Вот, и взорвался он вот где... В атмосфере здесь, что ли? Нет, это, ну, высоко над нами, это, наверное, стратосфера, тут, наверное, ну, километров, может, 20-15, вот так есть. Вот, ну, не знаю, почему так долго взрывная волна шла. Ты не снимаешь? Снимаю, мимо, вот. Мимо снимаешь. Еще бы взрывная волна? Я думаю, нет, одна дошла, что их, миллиард, что ли? Вот, то есть вон там он взорвался, короче, и ушел туда, вот осколки ушли туда, а там, короче, это все закончилось. Разрез наш притянул? Да при чем здесь разрез? Разрез здесь ни при чем. Но вспышка была яркая. Вспышка была не то слово яркое, я тебе говорю, да. Я на складе, я считать пошла, у меня окна-то в складе. Все, ладно. То ли обломки какие-то, то ли кометы, я хуй знаю, что это. Была яркая вспышка, я чуть не ослеп. Вот, РК фокус. А фиг его знает! Что-то я никуда дозвониться не могу. Да. И все базарят, наверное. Хрена себе, блядь. Так скорость-то какая? С какой скоростью прошел? Вообще офигеть, блядь. Это расстояние-то сколько километров, блядь? Охереешь, блядь. Блядь, получается, вот вообще над нами, блядь. Ну, бля, если это мои ёбурки говорят, что тоже над ними прямо. Какая же это высота, да? Ну, пожалуйста, по касательной с атмосферой прошел чуть-чуть. Сейчас уебет нахуй. Сука. А что это было, бля? Видели, что это такое было? Нихуя себе, блядь. Не просим. Реально взрыв, блядь. Да откуда запустили-то? Пиздец. Главное, следы заканчиваются вон там. Вверх, что ли, ушла? Ты туда, видишь, он уже стоп пережит. Ебать!
Нихуя! Блять, война нахуй! Чё за блять? Чё за нахуй? Ох, пиздец там дымище нахуй. А, не, это из трубы. Пиздец, стекла повылетали в домах. Ебать, что происходит нахуй. Пиздец. Охереть. Оно высоко. Что-то упало. Нихуя себе. Сейчас упадет на нас. Кто? Мамочка. Кто вот это? Это только волна прошла. Да. Это только звуковая волна прошла, ребят. А где она упала? Прикиньте, только да. Дошла. Так и высоко, потому что солнце, смотри, как светит. Стекла нахуй все отлетели. Это звуковая волна, парни, дошла только вот после этой херни. Да. Как далеко улетела. Смотри, как высоко, потому что солнце только... Оно опускается, смотри. Слышь, а вы говорили про какой-то метеорит или что? Да-да-да, сегодня должен был пройти рядом с так нами, может, осколок упал. А если сейчас ударная волна вон оттуда поебашит, да? Охуеть. Да он куда упал? Вон. Вот туда, так у нас всё посыпалось. Ну я надеюсь, нас это ударной волной не накроет, а он откуда? Не знаю. Что-то... Прошла уже ударная волна, по-моему. Нет, это звук. Но, это но, ударная волна была, ударная парень. Волна, это и есть звук, ебаная жизнь. Ну, а нет, отсюда? А вот этого, блядь. А, от взрыва сыграла, что ли? Да, она сгорела, наверное. Ну, потом, Саня, она пошла. Сгорела, вон, видишь, она уже пошла, эта да, мелкая. Наверное, да. А это все было быть, говорили, что 4 это 21 декабря должно было быть, блядь. Туда он улетел. Страшновато, наверное. Улетела в ту сторону. Улетела туда. А смотри по траектории. Она вошла. Она чисто. Вот там вошла, туда ушла. Вот это вот основной удар пришелся, где она сгорела, блядь. Так почти прям над нами, ёпта, блядь. Только ебануться надо. Сейчас какие-нибудь осколки как прилетят. Да какие нахуй тут осколки, оно все сгорело, блядь. Там стекол нет. У нас нету стекол? Нет. Вовремя переезжай. На войну. Там все вылетело, вся эта сторона. Я сейчас в домах стекол повыляю, позвони домой. Блядь, надо точно домой позвонить. Я сейчас подойду, подожди. Я че? Ебать! Волошь, накрыло! Что за хуйня? Да волошь, накрыло, смотри! Ебать, волошь! Ты что за мировая война, нахуй? Да ты смотри, там все бух... Вообще... Какой он, да? Так это, нигде не видно же было, ну что? Что за... Да смотри, стекла все повыбивало. Все равно волной уебало. Выдавило. Да что-то, блядь... Так волной-то куда? Так вот, смотри. Слышишь, грохот, блядь? Охуеть! Потому что так прилетело, прилетело. Прям нет. Ну, там ракету, может. Ну, там что-то светило, смотри, так ярко светило вначале. Автомат наступает. Все китайцы. Мне заводит. Нихуя забор надо помочь. Смотри, что чего? Да какой-то пролетело что-то, потом как давануло что-то по ушам и все здесь. Пролетело, и вот сейчас минут через 5 бомбануло. Так это еще, знаешь, прям ощутилось, куда это? Да. Волна такая раз. Уши задавило. Все посыпалось, наверху в
В кабинете все попадало со столов. Меня чуть со стула с кабинета не сбросили. Так вот здесь попадало. Тоже так подпрыгнули сейчас. Вы не понимаете, рамы все погнули нахуй. Так вот, смотри. Что это? Что это? Из Челябинска же, да? Это я только по радио слушал, знаешь? Главное, чтобы день нормально. Непонятно, была такая ярчайшая вспышка и исчезла. И вот туда дальше. Ой. Охренеть. Где-то упал. Слышишь? Это знаешь, что было? Это он сверхзвуковой, это похоже астероид. Выходи там, покажи. Выходи назад, да. Это звуковая волна, астероид. Реально. Сегодня какой-то астероид должен быть в опасной близости от Земли. Это где-то, звук заходит только сейчас. А что это такое? Заходит вообще какой-то. То есть если он в километрах из 10 был? Да, это больше даже. На крышу? На крышу? Так долго делали, да. А где это делали? Все, это до звука дошло. Окей. Походи, что случилось? Звук дошел.